Всем привет! Сегодня хочу сделать десертик, самолично такую печеньку, ну, можно сказать, слоями. Вот у меня здесь разнообразие глинок башкирских. Есть Туркестан, есть у меня чуйская здесь, есть немножко кимбрийская, есть ЖТСАИ, то есть Астаны немножко. Давайте мы ее сейчас зальем. Запах непередаваемый вообще, вкуснотень. Ну вот глина всегда раскрывается в мокром виде, она прям вообще обалденная. Я не могу даже описать, здесь такие вкусы, такие ароматы. И как после дождя, и разнотравие, и пыль. И озоном пахнет, знаете, да, вот когда воздух очищается после дождя, вот пахнет озоном. Обалденно. Мы ее сейчас перемешаем. Надо, чтобы она растворилась. Теперь берем формочку, немножко на дно наливаем. Это у нас будет как заливное пирожное, знаете, как заливной пирог. Так. Получается вот это. Видно? Так, сейчас извиняюсь, я микрофон не одела. Далее я хочу сюда положить... чародеечки хочу сюда накидать на дно. Вот, вот, вот. Это у меня будет как основа для пирога, для нашего чизкейка. Вот такая красота. Так, заливаем сверху еще немножко нашим тестом. Чуть-чуть. Так. Далее, что я хочу еще сюда добавить? Я хочу добавить немножко кимбрийской. Чуть-чуть. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда кусочек. Так. Немножко мелаюта. Ну, совсем чуть-чуть. Далее, что еще хочу сюда? А, нет, сейчас мы кремушек еще раз. Наше тесто перемешаю сейчас. Так, добавим. Так, добавим наше тесто сюда. Чайничек еще немножко подогреем. Теперь я что хочу? Я хочу сюда добавить каолиновую пудру. Сейчас один момент. Так, далее я хочу сюда добавить
каолиновую пудру винницкую для сливочности. Потом, что я еще хочу? Я хочу сюда положить узбечку голубую и узбечку зеленую. Так, вот такая вот у нас будет красота. Так, далее. У меня тут еще глинка не растворилась до конца. Ну да, ладно. Так, и поливаем это все остатками глинки. А вот эту глиночку будем раскидывать вот так. Ой, извиняюсь. Не падай. Ой, сейчас, секундочку, я поправлю. Оп. Ну, вот так вот. Вот так вот, если. Ну, вроде понятно, видно, да? Так. Мы еще сейчас сюда глиночки киданем. Так сделаем. Так. Это будет у нас печенька. Сохнуть она, конечно, будет, ну, неделю точно. Ну, по крайней мере, пусть стоит. Будем о ней знать. Мы ее утопим туда. Утопим, утопим, утопим. Так. Ну. И сверху посыпем остатками кимбрийской, остатками мела. Вот так вот пусть она лежит. И немножко посыпем каолином. Припудрим, так сказать. Каолин, конечно, сейчас питает эту водичку все с глинки. Ну, вот такая вот у нас будет с вами печенька через недельку. Попробуем ее погрызть. Посмотрим, что, как она у нас вообще замиксует с этими всеми разными глинками. Попробуем вкус описать с вами. Ой, так. Ну, вот такая вот штучка у нас получилась с вами. Сейчас, одну минуту. Вот. Вот такой вот десертик. Что будет дальше? Да, водичка выходит, она и будет выходить у нас. Потому что ей надо. Она будет сейчас в глинку впитываться, будет в мелок впитываться. Ну, вот такая штучка будет у нас. Ну все, всем пока, пока-пока. Приятного просмотра.